Школы Якутии перейдут на односменное обучение лишь к 2025 году. К этому времени по федеральной программе в регионе построят более 200 школ. Объемы финансирования составят свыше 70 миллиардов рублей. Об этом заявила министр образования республики Феодосия Габышева во время правительственного часа, прошедшего в Якутске. Руководителя ведомства спрашивали о качестве строительства школьных и дошкольных учреждений и своевременном освоении выделяемых денежных средств. Отметим, что сегодня 27 тысяч учащихся в Якутии занимаются во вторую смену, и это 40% от общего числа школьников. Потребность финансирования на 16-25 годы по принятой программе это 70 миллиардов рублей, 198 миллионов, в том числе за счет республиканского бюджета 24 миллиарда, за счет федерального бюджета 40 миллиардов, за счет средств муниципальных образований 1 миллиард и за счет внебюджета источников 4 миллиарда рублей. Для ввода на первом этапе до 2020 года 6-7 школ требуется финансирование 26 миллиардов 901 миллион рублей.